Всем хорошего настроения. Решил показать вам шапку, которую моя жена купила на сайте AliExpress, поскольку она очень довольна вот этой покупкой и говорит, что это безумно удачная покупка. Итак, шапка в белом цвете, но есть цвета разные, ссылку оставлю в описании под видео, переходите, выбирайте тот цвет, который вам нравится. Как указал продавец, материал, из которого изготовлена эта шапка, это ангора. И шапка, моя жена уже ее надевала, она очень теплая, удобная, мягкая, комфортная. Когда я ее увидел впервые, я увидел вот этот ворс и подумал, вот она будет, наверное, кусаться, и будет неудобно, и будет ощущаться какой-то дискомфорт. Но нет, вот даже сейчас, не учитывая тот отзыв от моей жены, она говорит, что она очень комфортная и мягкая, и удобная на голове, вот я сейчас кручу ее в руках и вообще не ощущаю вот этого ворса, и ощущение приятное, тактильно приятно ощущается вот она на руках. Обращаю ваше внимание, что здесь у нас этот материал, он складывается в три раза, поэтому здесь будет очень тепло. Но и здесь вот эта вязка достаточно плотная, вот ее растягиваю, и она не просвечивается практически. Обращаю ваше внимание также на аккуратность швов. Как оно красиво, качественно вот сделано. Реально, качеству вообще никаких претензий нет. Материал отличный. И пока моей жене очень нравится. Также обращаю ваше внимание, что это только первое впечатление. Конечно же, моя жена еще не успела ее как следует поэксплуатировать. Поэтому в конце сезона я попрошу ее, чтобы она записала какой-то отзыв. То есть после какого-то периода носки этой шапки. Но сейчас, если вы все равно собираетесь купить какую-то шапку на AliExpress, обращаю ваше внимание на вот такой вариант. Раз моя жена довольна и считает вот эту покупку очень удачной, у вас будет уже больше информации для принятия правильного решения. Ну вот такая шапка с сайта AliExpress. Ссылка будет в описании под видео. А на этом все. Всем спасибо за просмотр этого обзора и моего... Нет, вернее, не моего, а... Первое впечатление моей жены. Вы услышали отзыв или первое впечатление моей жены о этой шапке. На этом все. Всем спасибо, хорошего настроения и до свидания.